с этого дня все и началось. Теперь буду звать тебя консьержем. Ну, привет. Ее зовут... Ты Джон, да? Джозе я. Джозе? То есть работать надо у вас? Ты должен выполнять просьбы Кумико. Работай как следует. Мне нужен клевер-четырехлистник. Она капризна. Только попробуй. Хочет казаться сильной. Чужак, вон отсюда. Подвержена сменам настроения. Она у меня наплачется. И все же... Отвези меня. Я хочу, отвези меня на море. Она совсем одна. Тебе-то везет. Ходишь, где хочешь. Снаружи сплошные дикие звери. Значит, суеверие, если собрать 10 штук, желание исполнится. Желание? Ты же хотела сама попробовать. Консьерж, она глупый. 22 года бывает только раз в жизни. Он столько трудился ради своей мечты. Мечты мечтами, а реальность реальностью. Никуда я больше не хочу тянуться. Если ты это любишь, не бросай! А почему я вообще должна от тебя выслушивать это все? Но платить я тебе больше не смогу. Консьерж, в последний раз. Не для меня это... Не жила хорошо, нечего начинать. Она с рождения такое. Тогда почему у тебя такое несчастное лицо? Это что ты понимаешь? Это первая и последняя возможность! Освободите Цунео, пожалуйста! Пожалуйста, спаси его. Это не ради тебя. Я хочу быть твоим консьержем. Ну ты выдала. Он никогда... Если стремишься к мечте... Не опустит руки. Стремление. Вот и все. Любовь. Но я люблю тебя. Вот и все. Боль и слезы. Все. Я счастлива. Спасибо. Ее заветное желание.